На Уральском стадионе «Нефтяник» идет ремонт трибуны для зрителей. Это один из этапов ежегодного обновления спортивного объекта. Все благодаря участию в региональном конкурсе инициативного бюджетирования. Группа спортсменов-активистов предложила проект, который получил грантовые средства. Сюжет Ольги Усковой. Для юных хоккеистов стадион «Нефтяник» в летний период – основная площадка для занятий. Здесь они ежедневно разминаются перед выходом на лед и в учебное время. Шершни отмечают заметные преобразования в спортивной жизни города. С каждым годом идет улучшение. То есть в том году у нас поменялась дорожка, построилась Урай-арена, освежился старт снаружи. Сейчас производится замена трибун и новая система турников. Создаются все условия для того, чтобы жителям города и детям было комфортно здесь заниматься. Новая трибуна преобразит городской стадион. Зрительские места будут сделаны из антикоррозийного и антивандального материала, который устойчив к влаге и низким температурам. Сами борта выполнены из пластика. Он выдерживает даже удары шайбой. Будут установлены колонки. Будет также установлен в том углу достроена крыша и будет установлена крыша-турник. Мы предусмотрели заезд на трибуну для маломобильных граждан. Будут два металлических пандуса, по которым они смогут беспрепятственно заехать. Стадион «Нефтяник» никогда не пустует. С раннего утра и до позднего вечера здесь всегда много желающих улучшить свою физическую форму. Приходят как по одному, так и целыми семьями. Позаниматься спортом или просто отдохнуть. Здесь проходят различные спартакиады, соревнования и акции. Очень важно, что реализуется проект обустройства стадиона «Нефтяник». Строится и обновляется новая трибуна на стадионе. Необходимо поддерживать спортивные наши объекты города для того, чтобы активно занимались и физкультурой, и спортом, и были здоровы. Возможность обновить городскую трибуну, которая никогда не ремонтировалась, появилась благодаря участию в конкурсе инициативного бюджетирования. Проект спортсменов был поддержан урайцами и получил грантовые средства на реализацию. Планируется, что следующим этапом улучшения стадиона станет замена искусственного покрытия на футбольном поле. Ольга Ускова, Александр Усков. Специально для новостей.